Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео хотелось бы поделиться с вами одной из красивых мелодий. Основное преимущество этой мелодии в том, что она простая, но тем не менее очень эффектная и интересная. Я думаю, она очень украсит ваш репертуар и поможет вам продвинуться в техническом плане игры на гитаре. Итак, давайте начнем. Вот здесь не совсем для нас привычные аккорды. Здесь мы зажимаем третью струну на пятом ладу и четвертую струну на седьмом ладу. Вот в правой руке мы можем играть как медиатором, так и пальцами. Я, например, выбрал пальцами. И у нас получается, что правая рука находится во второй позиции, я ее так называю, или в верхней позиции. В основном две рабочие позиции в правой руке при игре на гитаре. Это обычная, когда большой палец на басовых струнах, и когда три этих пальца, указательный на третий, средний на второй, безымянный на первый. В данном случае мы поднимаем кисть до того момента, когда у нас указательный будет не на третьей струне, а на четвертой. Средний палец будет на третьей и безымянный на второй струне. Вот это я называю. То есть первую струну мы вообще не трогаем. Нам нужна только пятая струна, которую мы будем играть большим пальцем. Четвертая будем играть указательным. Третья будем играть средним. И вторая будем играть безымянным. Аккорд получается у нас вот какой. Третья струна на пятом ладу, четвертая струна на седьмом ладу. И мы начинаем играть такой переборчик, так называемая восьмерка. Сейчас перечислю, какие струны. Это будет пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. Еще разок. Можно сыграть его два раза подряд. Раз. Два. Идем дальше. К следующему аккорду. Указательным пальцем зажимаем четвертую струну на пятом ладу. Вторым пальцем в левой руке зажимаем третью струну тоже на пятом ладу. То есть две струны зажимаем на пятом ладу. В правой руке мы играем то же самое. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. Ну и еще разок. Это был второй аккорд. Идем дальше. Ставим третий аккорд. Четвертая на третьем, третья на пятом. Вот такой вот аккорд. В правой руке остается все то же самое. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. И последний, четвертый аккорд, вот эту схему, четвертая на третьем, третья на пятом, мы сдвигаем влево на лад. До того момента, когда у нас четвертая окажется на втором ладу, третья на четвертом. Вот такой вот аккорд. В правой руке оставляем все то же самое. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. Таким образом получилось 4 аккорда. Первый, второй, третий, четвертый. Ну и теперь попробуем сыграть все это вместе. Я думаю, вы уже запомнили, как играет правая рука. Играет она по два переборчика, по два арпеджио на аккорде. Дальше можно сыграть чуть-чуть побыстрее. Вот, как вы запомнили, играем мы в верхней позиции. Конечно, у этой мелодии есть продолжение.
следующем видео я обязательно покажу. Вот, пока вы учите первую часть, которая состоит из четырех аккордов. Ну и самое главное, конечно, тренируйтесь. Вы можете играть на одном аккорде не по одному переборчику, например, а по четыре. Вот такой вот получается этюдик. Самое главное, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится. Большое спасибо за просмотр.